Вот сегодня 10 октября 2015 года, суббота. Вот, прошел ночью дождик. Ну и говорил мне Женя Долгов, как только такая погода будет, комбайну нельзя работать, а комбайнер работает и на грейдере. Из подстепного. Вот километров, наверное, 18 до них. Кто мерил, не знаю. И вот накануне опять у Игоря, вот она, дорога вся, кажется, задристанная. Коровы вышли. Какие отпечатки у них, вот они. Видите? Трассу мою портят, она как шилом протакает. Прошли, вот она. Все. И у нее убрать ничего нельзя. Мне надо чистая поверхность. И вот сейчас, там вон дальше, Никита и Надежда Васильевна граблями убирают листья, которые тут упали. Я плохо снимаю, руки трясутся. Там дальше наверху матушка приходила что-то. Командовала, видать. Вот они убирают. Это помощь, потому что должна не на листья лечь, а прямо на землю, песок. Но если это так благополучно будет, сейчас грейдер разгладит все. Но все-таки 200 тонн песка за весь, вот они как стоят. Иду я здесь. То можно завозить, будет щебень. Уже песок заказывают, понравился. Надежда Васильевна с кем-то хотела пополам КАМАЗ 4000. Я говорю, ну, он все не свалит, поднимет кузов-то, оно все и свалилось. Залазьте, выкидывайте, но он ждать не будет. То есть что-то надо делать, или целиком, или нисколько. Вот они работают. Сейчас дал Никите указание. Вот трасса 4 метра шириной, и по сторонам на метр песок отлетит. Больше не надо ничего. Понял? Понял. Грабли дал в руки, пошел в сторону. Там прихожу, гляжу издалека, он уперся в сторону, а дороги гребет. Там, вон, там, куда трасса уходит, тут трасса. Ну, там ничего не будет. Подошел, зачем ты это делаешь? Ответ никакого нету. Ну, я же тебе наказал. Ну, я тебе что, веревочку сейчас привяжу, колышек забью посреди трассы, чтобы дальше длины веревочки ты туда не уходил. Вот. Ну, будешь ты делать, как с это? Буду. Ну, опять дальше начали работать. То есть он делает, но и только я отвернулся, он сразу начинает делать. То есть, не, как говорят, не реализованная идея внести что-то новое, вот она у него так воплощается. Новое, старое, не постигнув. Что ты знаешь новое-то? Новое ничего не будет. Они вот на расстоянии 14 метров, песок 10 тонн. 10 тонн. Вот вчера за щебенку отдали 237 тысяч. Тысяч? Это, я не знаю, надо года 4 не пить, не есть, чтобы собрать такие деньги с моей пенсии. Рядом огромнейшие это поля, и вот они все, листья, вот это, ветла все заваливает. А вот прямо за березками, это наш огородчик. Вот был сейчас этот Сашенко Алексей на бульдозере. Я его попросил сдвинуть, тут из огорода тоже была контора, школа, когда деревня-то разваливалась, и все это брошено, и все под землей. И все выковыривается и выковыривается. Ну, он что? Он говорит, я могу толкать только. И правда, опустил нож свой, и вот крайне проехал. Проехал, и он туда дальше уволок. Уволок, все это на куче лежит. Все кирпичи, железки. И вот она где. Помощников Бог дает, работают. Помощники, конечно, не коровы. Вот сейчас идут, вот край прямо, ну, весь ископытили опять. И перед этим было уже, мы зашлепывали, зашлепали эти. И главное, после дождя у Игоря. И он как и не виноват. Ну, вылезли корову, там сломали прясло. Ну, есть поговорка, один раз случайность, два раза система. И как только дождик, мне делать надо, накануне ночью коровы ушли. Ушли они, вот бродили, и прямо, ну, все загажено ими, пометом коровьим. Нет, трасса необходимо чистая, вот сейчас ее чистят, дал даже веники, вымести надо. Вот, надо бы, ну, как бы сухое время-то.
Потому что грейдер сейчас пойдет, он на колесах сколько утащит. Но никак по-другому. Грейдера иначе не будет. Вот мы не можем закончить. 10 октября всегда уезжаем. Даже за выехать были сегодня. Сергей вчера выехал. А мы никак, не оконченная работа. И мы обязаны работать. Почему? Потому что дальше он стадо деревенское. Ну, через ветви плохо видно. Пасет Исааки сегодня. Я вышел встречать грейдер далеко. Увидал белая корова далеко. Подозвал, подбежал. Корова-то твоя, не да это барабаша, она давно ходит, как давно? Потерялась? И главное, ни медведей нету, ни волков, никого. Потерялась, потерялась. Ходит она, даёна, не знаю. Но ничего с ней не случится. Вот так. Включил. Вот и приехал грейдер. Делай, уменьшай, приближай, отойди в сторонку. Вот так он выглядит, грейдер. Такая вот механизм такой вот. Сзади у него ковш. Высота определенная. Вот Игнатий Тихонович. Долго ждал его. Дождались наконец. Прошел дождь, освободился водитель, который занят был на комбайне. Теперь он может на грейдере тут нам поработать. Вот тут 20 куч песка по 10 тонн, 20 КАМАЗов. Такие дела. Тут у него сцеп. Вот у него ковш такой. Называется скребок. Сейчас получит инструкции, шофер начнет работу. Мы будем снимать. Мы помолились, я Тихоныч помолился. Шофер не молится. Вот, надеется на себя. Так, сейчас пойдет. Вот. Тут его ожидает первая куча песка. Мы тут утром листья убирали. Я, как всегда, подпер кота не туда, получил облегчение. Ну, слава богу. Вот так оно все начнется. Как оно там? Сегодня наша суббота. 10 октября. Мы все в Потеряевке. Вот.
сила гонит куда-то от меня. Ну я разговор дал тебе для чего, чтобы ты записал что-то. Я ему сейчас сказал, тебя нигде нету. Куда ты сейчас пошел-то? Ну зачем ты ушел? Не докричаться, ничего, машина гудит, ничего не слышно. Попер. Ну я постоял, громко сильно работает. Но я ничего не могу сказать. Ты самовольничаешь. Ты вот сейчас, корова одна зашла, я сказал погнать ее сюда. Это развернуть ее от трассы-то. Ты пробежал вот этот весь участок леса с этим, с Исааким, с той стороны, с граблями. И попер их, а там болото. Не остановить, не докричаться. Я понимаю, у тебя в жизни не встречалось, что табун, отара там. И тебе интересно гнать, но гнать куда? Вот он пошел, сейчас посмотрим, как он делает это дело. Иди за граблями своими. Вот он сейчас подходит. Алексей звать его. Маленько разравнивает, сразу никак, по частям. Тонет тут, вот он как тянет. Я прям рядом иду с ним. Грейдер, а который вот так вот подцепляет, много везет. Он до 100 тонн я нашел, скрепер называется. Это совсем другое, он может набирать ковш и увозить. Есть такие прицепные скрепера, а это грейдировать, разровнять дорогу. И он спросил, прямо, говорит, на тоннеле засыпали? Я говорю, нет, там и ближе, и дальше. Он говорит, вот это хорошо. То есть мы даже не зная этого, как бы высосали. Вот он подправляет тут. Вам помочь? А то вон у меня помощник тут один есть. Никита! Далеко не уходи, иди сюда, рядом иди, может еще поможет, надо. Ты далеко не уходи, вот ему тут надо подворачивать, кое-что подворачивает он, не отходи, может быть потребуется, где-то там встань в сторонке, вон туда. Маленько снял шкурку. Дальше. Никита тут у меня чуть не убежал. Я задержал его. Может, сгодишься? Он вот этот нож направляет. Видишь, он как у него цепляет, выравнивает. Даже землю берет. Это вообще интересно. Придумали, как эту машину. Сколько перед нами людей прошло. Вот так. Грабли-то там, смотри, не отпускай из рук грабли, а то раздавят их. Вот так. Я с другой стороны зайду. Показать, как первый раз он идет.
смотри, смотри. Там, впереди. Надо где-то взять топор или еще согнуть их. Ты сейчас пойди там у матушки или еще спроси. Понял, нет? Топор же, да? Да, топор что-то принеси сюда или кувалду к Игорю, забеги, попроси. Никита уж пришел, кувалду принес. Вот эти вот. Они мешали, думали срезать. Ну, забили. Ну, посмотрел, но я завернул, все наружу торчат. Я говорю, что, что делаешь-то? Прямо опускайся, опускайся, опускайся. Вот он разворачивается там, грейдер, наверху. Я ему сказал, что последний КамАЗ там, отсюда, он был первым, туда разгрести. И он несколько раз пятился, захватывал, видно, старается. Никите сказал, не уходи, мало ли еще, крикнут, помочь где-то. Вот так. Вот это рядом у нас пруд, который мы делали. Вот. Игорев склад перекрытый. 502 квадратных метра. Нынче урожай не вместился, сыпет на землю. А потом обрабатывать будут дождики. Вот грейдер сейчас идет. Подравнивает. Такой след. Так, не так, но все, что мы могли увидеть, у специалистов узнать, именно так. У нас средний слой получился 13 сантиметров. Это средний, ну уже 10-15, мы взяли 13. А 4 метра, ну он расширяет шире, поэтому по краям он будет поменьше уже. Вот так идет.
Лишний раз к нему не лезем, лишь бы вот это не своротило. Ограждение. Ограждение у нашего тоннеля. Вот оно. Я за него так боюсь. Если он его зацепит, все пропало. Женя Довгов прислал грейдер, так бы где его взяли? Смотри, потихоньку. Я поставлю щепку. Проехал. Все. Там где-то видите. Вот так. Это очень непросто. Вот я стою, то дергаюсь. Вот. А он всего у нас тут где-то 4,5, кажется, метра. А у него 4, вот попробуй, по 20 сантиметров от ножа. А задние колесики у него какие маленькие, кидает со стороны в сторону. Заводит налево-направо. Видимо, на такой с твердым основанием дорога этого у него нету. А здесь все хлипкое такое. После дождя. И вот он их уже фактически выравнивает. Видно. Потом будет давать наклон, чтобы вода не останавливалась. Если это все утопчется, то ну, и щебень пойдет как надо. Здесь вообще не проезжая часть была. Один тут у нас пришел и стал доказывать, что делайте не так. Это ничего не даст. Она только колея, в которой вода, ну, прямо на дороге, туда камни надо кидать. А не, что там, в колее вода, она размокшая земля и дальше проваливается. Нет, надо делать так, как есть. Я вот вычитал все в интернете, выписал, вот сколько щебню, какое именно. Вот он там сходит вниз, пошел в сторону. Потому что я сказал, гребести только сюда. У нас рассчитаны 20 КАМАЗов с учетом, что грейдер пойдет оттуда. Что-то не так может быть, ну, по-другому пока никак. Не знаешь, как сделать их высыпы. Если там я сделаю на самом конце, куда он ее повезет? Ничего нет. И там тоже ограничитель. Но ограничитель такой, что в эту сторону, чтобы вел. Вот он далеко разворачивается. Машина-то длинная. Дороги делать. А Господь говорит, я есть путь истинной жизни. Люди этот путь не знают. И сегодня, когда указываешь этот путь, и как он дорого дается, они не знают. Вот сейчас кто слушает, зарядите ролик. Ролик я сегодня увидел, называется «Игнатий Лапкин-Лжец». Ну, а дальше уже начинает какой-то говорить, у него ник, и называется «Черт». Интересно, сам себе взял черт название. Ну и вот там, что я неправильно говорю, жидовская вера у нас еврейская, она доверит родноверы, язычество. Ну, это лжец, по их мнению, и все, ему что докажешь? Черт. А как избавить нас от лукавого? Мы молимся, и он не будет приступать. Вот он пятится, захватывает все. Вот так. Мало ли, чего они стараются. Но они еще и стараются на погибель. Вот конкретно. Дороги не было, а будет дорога. Деревни не было, будет деревня. Вот так. Не было мира, будет война. Иная война лучше мира.
Святые говорят, а почему? Ну вот он ополчается, перед всем миром меня обличает, что я лжец. Лжец. Какого-то Христа еврейского, жидовскую Библию придумали. Ну, жидовского, умрешь, узнаешь. Есть поговорка у русских, говорит, не умрешь, горя хватишь. Мы добавим, умрешь, горя хватишь. Вот тогда кто тебя поведет? Кто на мытарствах тебе поможет? Ну, люди не верят в мытарство и прочее. Это другой вопрос. Это не евангельское рассмотрение. Но все равно, суд-то Божий все равно верит. И другие религии. Говорят, три мировые религии вышли все-таки от евреев. Иудаизм, христианство, мусульманство. И родноверие это оттуда идет. На это ненависть это они построили, разбудили. Я попытался узнавать, кто автор, и все как-то туда корнями идет. Играют людьми, люди. А этого не надо делать. Надо верить во Христа. Вот он везет. Вот это. Все глаже и глаже дорога делается. Мне главное вот это, чтобы ты не сорвал. Ограждение у нашего тоннеля, моста называем. Вот у нас какие ограждения, упоры вот, сделаны, чтобы не упало. Видите, как железные такие. Алексей звать его. И на бульдозере был Алексей. И все связи у меня держат тут. По машинам звонит тоже Алексей. Алексеев везет в этом году. Много Алексеев. Приехал тоже с проводами, не так было. Алексей загуляю. Вот так. Вот он зад пятки издал. И сейчас опять пойдет разглаживать. А когда где они делают это, ну, настоящую эту дорогу, ему разницы никакой нету, в каком направлении. А тут разница. Сдвинуть в один конец. Последний надвигается на предпоследний и только в этом направлении. Туда ни грамма. Там уже дороги совсем нету. Видишь, он как делает. Я ему сказал, говорю, сегодня я вам подарок приготовил, трехтомник Нового Завета. И внуки, правнуки вас помнить будут. Он. Да еще я не сделал дорогу, да лег все сделаешь. Женя Долгов говорил, что ты мастер хороший. Вот он сейчас там смотрит что-то. Прошу простить, что я колеблюсь. Я даже не замечаю, когда приближаешь, то руки трясутся. Свое. Трясутся руки от того, что мало сделали добра. Есть такое песнопение. Глаза не видят, не беда, я вижу Господа всегда. Вот он как разворачивается, приходит. Здесь ничего не было, ну будет песок. Ну а если ничего не получится? Ну песок будут брать, штукатурить дома. Что тут отчаивается-то? Ну напал на этот Игнатий лжец. Ну и что дальше-то? Он доказать ничего не мог. Я это исчисление жидовское держу. Петруша первый все придумал. Это Петр первый. Ну Петруша бы и сказал, а я-то при чем? Вот Рождества Христа вроде нет, от сотворения мира, да еще с поправкой Германа Стерлигова берут. Ну, это ваш выбор, ваше право. Я верю, что родился в 1939 году от Рождества Христова. Хотя и тут 4 года ошибка. Никакой роли не играет. За меня умер Христос. И в этом все. Я Христов. А остальное, то, что говорят, плюют... Поносят, так это благо, благо. Да благословит их всех Господь. Вся земная свистопляска вокруг Христа закончилась бы. Если бы он пошел другим путем, падше поклонился. Вот чего мир требует. Что падше поклонились. Поклонились. И весь мир будет перед твоими ногами. Вот поклонились бы все
начальству человеческому, человекоугодничеству. Неважно, президент, патриарх, папа римский. Вот. Как батюшка наш ездил, и в Гонконге был, пролетал когда, и говорит, ну здесь я священник. Глядят, а там-то никто, я как чучело стою. Два русских пьяненьких идут, подошли, батюшка благослови, $100 дали еще. Так интересно. Звания разные люди придумывают, высокопреподобие, а высокопреподобие уже давно лежит. Был такой богач Анасис, женился на вдове Фицджеральда Джона Кеннеди. И его спросили, миллиардер, танкеры у него там, какое самое большое желание? Он говорит, оправиться безболезненно, рак прямой кишки. Не велико дело-то. А то у тебя, если все нормально, тебе и нужды нету, сходил, 2 минуты я простался. Значит, кому что? Вот сейчас меня спросили, а что тебе в первую очередь надо? Ну, ничего не надо, у меня все есть. Что бы ни назвало. А что руки-то трясутся? Так это возраст, что спрашивают? Ты всю жизнь работал. Кувалда в руках, лом, топор, ножовка, пила. Мои руки поработали в разных местах страны, в союзных республиках, теперь государства эти. 40 лет печником. Сколько я раз поклонился кирпичам. А мне радостно так. Печка не дымит, дети по полу играют. А прихожу домой, под окнами милиционер стоит. Спаси, замерзаем. Я с работы устал и иду. Сажи весь. Один день отремонтировал 6 печей. Заходя в избу за порог, запнулся, упал и не пошевелился до утра. Ни ужина, ничего нету. Полное, абсолютно полное истощение организма. Мне вспоминать приятно это. А ничего бы не делал, за кем-то гонялся. Я никогда ни в какие тяжбы в интернете не входил. Наяву, когда обижали, то да, действительно. Павел говорит, требуй суда Кесарева. Неправда, должна быть побеждена. И каноны об этом говорят. Вот так медленно, потихоньку мы делаем. Там у меня Никита мерзнет. Это я его не вижу даже. Интересно, как он коров гнал с граблями на плече. И не остановить ничего. Попер и попер их уже через дорогу, обратно через лес, через поле. Я кричу пастуху, останови его. Пропал мужик. Я говорю, зачем ты гнал? А он что? Он смотрит и не понимает. То есть маленькому не показали телят, а там телят, а еще и он за ними попер, как ребенок. И он везде хочет показать что-то, ну, как бы, изобретение. Я говорю, ты усвой то, что до нас было. А раз это не, нету, а жажда-то есть. Сделать как бы, думает-то лучше, а на самом деле оно не может быть лучше, когда ты предыдущего не знаешь. Вот это наш грейдерис, так назовем. Вот. О, запись. На. Положи лопату, отбрось. Ну что ты как? Ну нельзя же так жить-то. Держи. Где я, там и ты. Колеса. Все снимай. Что я делаю? Отодвинул ногой. Раз зафиксировал, да, это надо, чтобы брать.
он гонит под эту подравнивание, понимаешь? Это большое дело. Тут и все, потому что заносит у нас. Однако. Смотри, какая трасса. Подожди. Гляди. А что он больше сделает? Она у нас трасса-то тогда была. Он же приезжал после бульдозеров выравнивать. Ее не выровняешь. Она застывшая во время дождя, все комками. А так он ее подровнял. Дальше будут еще щебень. Это проще будет. Вот он приехал уже за сколько. Как оно выглядит? Приблизь то место, где надо было быть. Тут были ямы, колдобоины. А уж что будет? Вот растаскал. Я думал, на 4 метра. Это на бумаге на 4 метра. Я не спросил у него ширина ножа. Сколько? Он едва-едва проходил, цеплялся здесь. О! Ну, тут еще много что будет. Это у нас улица была здесь. Улица, отдельно жили люди. Вот так от рожек был. Там на конце деревни поворот, а потом новую улицу сделали. И здесь один человек под тополями жил.
пойдут машины, будут проваливаться немножко, будут утаптывать. Ну а дальше щебенку опять точно так же разгладить и придавливать. Потом щебенка мелкая, но нам уже не осилить, не поднять. У меня и так уже все эти расходы заходят за 440 тысяч. Это невероятно. Я оперирую такими деньгами, которые любому понятно, что в деревне это что, минимум два хороших дома. Вот здесь. Потеряешь. Вот так. Спасибо, Господи. Время-то сколько он работал? Пришел. Он пришел во сколько? Ну, сейчас 2:05:03. Вот так мы уходим. Сейчас поедет кто-то. Преграды никаких нету, ездить будут. Они сами будут выбираться, под колеса подбрасывать. Мы еще могли сделать. Это наш огород бывший. Это около Игоря тополя. Видите, как на какой высоте гнездо. Ну а что это гнездо? Не знаю, но думаю, что воронье. Ворона отдельно высоко бьет. Сорока низко на кустах. Близко друг к другу. Ворона около друга не бывает. Грачи на одном, они дружные, бывает до 20 гнезд на одном дереве. Вот так. Это вот где зеленое, это у нас был огород. Но там очень сыро, иди. Солнце-то не попадает. Мы отступили и настолько же разработали новые. Следующий год в другом месте будем вообще. Я доволен. Тоже Алексей. И тут невозможно ему нож не поднять, ничего. Тут лопатой можно все выровнять. Вон как шел. Претензий у меня ни к одному не было. Ни к шоферам, никому. Не надо капризничать. Да, вот оно показывает, что перепад как бы. Ну, у тебя лопата есть, выправи. Он ее как вел, песок кончился, а ему где его брать дальше? Он спрашивает. Я-то думал на 4 метра померил. Расчет был на 4 метра. А какие метры-то? Так, лопату. Ну все, выключай. Давай положу сюда. По славу Божию. Вот как он задел, даже где-то отломил, да? Вот, вот тут. Отломил. Вот это вот. На месте все. Больше нет ничего. Видишь, какая сильная машина. Пусть лежит все здесь. Положи. Засыпется. Все, давай.